Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» будет очередная веселая распаковка. Ну что, очередная распаковка от Марьи Ивановны из села Кукуева Мухосранского уезда. Сегодня три посылки. Одна китайская сборная, одна не знам чё, одна знамо чё, но я сегодня вам ничего не покажу, чё тут. Кто посмотрит следующий обзор бижутерии, тот и увидит, чё там. Ой, а чё там? Там много всякого-всякого. Так, ну чё, поехали. Сначала посмотрим вот эту маленькую посылку. Чё тут? Чё-то какой-то пен. Пен написано, пен. Сейчас посмотрим, что там за пен. Ух ты ж. Ответь. Ого. Ответь. Удивлена я очень. У меня на этот товар стоит отмена транспортировки. Ответь. Она приехала. Ох, сколько ж лет я мечтала об этом деле. Ента ручка. Ой, перьевая. Круто. Вот этот механизм мне хотелось посмотреть. Уж больно я люблю перьевые ручки. Вот ведь чудо, и перо-то тут хорошее. Ага. Так. Ну-ка ж, просто вставлям. Просто убираем. Тут-то перо хорошее стоит. Вот это-то, о, прям хорошее. Вот эти-то так, замена так. Не очень. Вот ты посмотришь, аж прислал. Ручка, ох. Настоящая ручка пишет. Чернила-то убраны далеко, а потом, может, покажу, какой... Ой, вот ведь красотень. Ты ж посмотри. А стоит отмена транспортировки, ага. А то тут пугают еще всяким гриппом народ. Ой, грипп, ничего не пришлю. Да пришлют все. Не слушайте паникеров. Да не будьте мрачными и хмурыми. Все вам пришлют. О, ну прям не ожидала. Вот тогда, да? Да, прям как в старых этих. С Гарри Поттера. Да. Так, письмо от Гарри Поттера. Письмо от Гарри Поттера. Так, ладно, все. Ох, прям не могу. Ох, красота. Так, ну что там у нас китайская сборная? Тут что-то ляпкучее. О, замазюкана. Сейчас посмотрим, что там, сколько посылок поналожено. Одна посылка знает, что там есть. Остальное никого не знает, что там понакладено и поналожено. Так. Раз. Два. Ой. Три. Ой. Четыре. Пять. Шесть. Ой. Семь. Восемь. Девять. Так, ну-кась, а то тут что-нибудь не то будет видать. Так, сбилась со счету. Раз. Девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать посылок. Ой. Так, начнем с тех, где адреса видно. Больно шибко. Так, сейчас. Что это такое? Посмотрим. Малепусенький пакетик. Так, ну-кась. Так. О! Ёжик с того магазина, цвет прям вот на ловца и зверь бежит. Так, ага. Ну да, качество уже не то. Ох, не то. Вот того черного, что мы брали, вот то-то было качество. А это уже так, породия. Ну, в целом, ну нет, нет, не то качество. Ой, да. И каменюки какие-то странные. Особенно вот эти вот нижние. Ну да. Так, застежка. Открываться, закрываться, но качество уже не то. Так, лампа Аладдина. Сюда ходи, чтобы свет был виден. Ой, не то качество. Черные были, все. Теперь все. Ой. В общем, продавец. Тот еще чудило. Так, что там дальше? Еще один маленький пакетик. Так. Так. Так, еще нужна вещь в доме. Быстро. Как-то попала в эту сборную. Прищепочки для рукоделия, для всякого-всякого там в хозяйстве пригодится. Вот, хоть пакеты вот так вот, оп, защемлять. Вот такие вот. Оранжевеньких мне захотелось, уже покупала такие. Так, следующий пакет. Тоже что-то малюсенькое. Сейчас посмотрим, может, тоже какое золото, бриллианты. Похоже, что так. О, вот это кольцо, так кольцо. Что-то там какая-то записка. Непонятно. Ой, хоть размер какой. Вот такая. Вот ты ж смотри. Поломато кольцо пришло мне. Вот мне всегда повезет. Чё думаете, только вам брак пришлют? И мне тоже. Он.
соскучило кольцо. Вон, вот, все. Отремонтировала. Вон, стрела любви, видали? Да. Стрела любви тут написано. Что тут написано? Ой, что тут написано? Дай хоть очки надену, сейчас посмотрим. Чего-то там понаписано. Фу. Forever любовь. Forever love. Фу. А тут, оп, вот такой вот бриллиант. Вот так, о. Так, видать, не видать. Вот так, о. Сейчас посмотрим. Ой, одевать-то боязно. Это-то цирконья. Слушай, мать, мне не наденется. Ну-ка. Ну, вот так вот. В общем, вот такая вот стрела. Да, вот стрела. Вот такая вот любовь. Любовь forever. Ой. И тут вот так цирконья. В общем, имейте в виду, что стрела может соскакивать. Ну, куда-ка твои пальцы? Ну-ка, куда наденется? Большевато еще. Ну, ничего, потом в хозяйстве сгодится, да? Подрастешь, поносишь. Поехали дальше. Дальше. Че? Че-то как-то тут тоже все. Ой, очки одела, разглядела. Че-то... В общем, недовольна этим ежом я. Так, что там дальше? Может, тоже какое золото, бриллианты? Че-то так... Понапхата, понапхата. Ой. Так. Че это такое? А я это заказываю? Нет, мое ли? Нет ли? Мое. Че-то... Че-то заказала даже и не помню. Надо будет посмотреть по заказам. Что-то такое я смотрела. Ох, какие тут буси. Это бисер такой, ну такой прям хороший. Это посмотри. Каменюка. Каменюка? Непонятно. То ли пластик. Но для натурального камня не такой холодный. Но хороший. Хороший, мне нравится такой каменюка. Прям хорошая такая вещь. Надо будет посмотреть, сколько стоит. Если недорого, то хорошая штукенция. Так, так, все, все выкинули. Все. Так, поехали дальше. Тут какая-то пластмасска. Тут, я знаю, наверное, для ванны нужная вещь. Так, ну-ка. Точно. Это мыльница такая. Очень интересно. Ух, я ее и там искала, рыла, чтобы подешевле. Энта, по-моему, была с платной доставкой, а приехала в китайскую сборную. Да где же ты открываешься-то? Какая, как руки загребущие. Угу. Вот такая, на нее можно так вот. В общем, на стенку вот с такой вот штукой крепится. Штука энта криво прилеплена, видели? Она коса. Но сам факт, что энта к стенке прикрепили. Если надо, мыльницу сняли, помыли. Ага. Тут мочалки можно вешать. В общем, хорошая мыльница. Так-то в целом хороша, но тех денег не стоит. Что-то в районе 100 рублей стоило. Качество не 100 рублей. Качество до доллара. Максимум потолок. Так. Ой, опять что-то пуша здесь показал. Да что ж я забываю. Ой. Че, говорит, вы адрес свой не показываете? Че, может, вам еще карту свою показать? Вместе со всеми кодами. О. Ой. Ем-то тоже из того магазина, что и ежик, по-моему. И тоже, кстати, вон та самая фирма, что черных ежиков делала. Ага. Так, ну-ка, как называться? Надо поискать. Порыть, что это за контора такая, что ежиков делала. О, хороша, красивая брошка. Так, все работает. О, какая снежинка. Снега нету в этом году, будем, как я уже сказала, снежинки заказывать с Алиэкспресса. Прикольно, да? Да. Красиво. В общем, вот. Вот кто производит. И тех ежей качественных, и вот ента. Надо будет потом порыть, поискать. Так. Что-то тут такое совсем мало-мало поналожено. Сейчас посмотрим. Так. Ой. Что дело, ну что дело. Он-то. А что это? Что это? Ента очень нужная вещь. И это вот кто во всяких... Ой. Так, где планшетка моя? Так. Ента на камеру вешаете, где камера? Открыть. Закрыть. Ой. Дай мне что, хоть телефон. Ну, к примеру. Вон, а, так вот возьму. Вот так вот. Ну, не так, а с той стороны. Сейчас все отражаться будет. Лампы, фигампы, все на свете. Вот с ентой стороны, где камера есть, так вот пришлепывайте. О, вот так. Вот. Захотели, камеру закрыли. Захотели, открыли. Там фотки есть у продавца. Вот. Заказала две беленьких и одну черненькую, чтобы сразу было видно, где окошко открыто, где закрыто. Так, хорошо. Ой, хорошо.
Вот теперь себе вон туда приклею. На моем ноутбуке ту бумажку все вешала, вешала. Она все падала и падала. Так, тут-то значится у нас еще такое. Вот такое. Что-то нехорошее. Почему это нехорошее? Бывало для взрослых. Почему это для взрослых? Ну, конечно, для взрослых. Кто готовить умеет? Для тех. Вон она какая штукенция. Что это такое? Для непослушных детей. Укол. Папа. Вот так вот. Ну-ка. Оп. Вон она, видала? Ай-яй-яй. Ай, тут батарейки-то нету. А как она вставляется-то? А ну-ка, ну-ка. Какая тут батарейка-то? Ой, тут какая-то батарейка вот такая. Так, потом проверим термометр, в общем. Ой, ну теперь не закрутить мне. Этот термометр, наверное, для фруктов можно. Для каких фруктов? Когда готовишь, проверять температуру в духовке, когда выпекаешь особенно. Понятно? Да. Специальный такой. Главным делом в упаковке в отдельный. Вот что хорошо. Вот, убрал, чтобы нигде не валялось, где попало. Штука нужная в хозяйстве. Так, что там дальше? Что-то вот тут мех куча, хочу посмотреть. А может опять труселя? Труселя. Труселей-то позаказано. Ой. Так. Ентопеленка для нашей Маруси. Но что-то ентопеленка не такая хороша, как прежние были. Поупакована, как попало. Так. Зато тут размерчик получше, чем... И тут, смотри, какое прям клеенка. Слушай, это даже лучше, чем те. Упаковано не очень, а по качеству вот это даже лучше мне нравится. Ну-ка, а вот тут у меня куча, может, еще одна пеленка. Я две заказывала. А ну-ка. Оно так и есть. Ага. Так. Так, тут что-то по насчету. Понятно, что-то. Так, то же самое. Вот, нам надо, чтобы она была не квадратная, а прямоугольная, вот так вот. Ну, вот я думаю, что это тоже, смотри, прям она вообще такая тут прям класснючая. Вот эти мне даже больше нравятся, чем те-то были. Угу. Прям хорошие, мяконькие такие. Прям мило дело. Вот отлично просто. Так, что, две посылочки осталось. Так, посмотрим. Так. Так. Странное дело. Так. Резиночки это что ли? Да. Почему красный? Не помню, чтобы красный заказывала. Это может на халяву какой цвет был? Наверное. Какой-то по цене какой-нибудь смешной. Красный. Распрекрасные. Ну, если по 5 рублей или что-то такое, по-моему, брали. Не помню, убейте, не помню. Так, вот это что? Непонятное что-то. Тоже как-то запечатано. Ой, что-то порезала я. Так, пакет какой-то. Так, что это такое? Что это, салатовые труселя, что ли, какие? Точно, наверное, труселя. Так. Точно, ем-то тебе, дочь. Мне? Да. Ну не мне ж. Да. Вот такие салаты. Вот такие тянучие, это посмотри. Вот такие труселя. Хорошо, на твои бедра нормально будет. Тут он какая-то... Пипка пришлепнута. Элку взяла. 170-95. Ну, такие, как шортиками. Такие прям, о, мило дело. Хлопок тут хороший, такой прям тянучий, с эластаном. Хороший. Ну, тут написано, небось, хлопок. Уж не знаю, что тут китайскими иероглифами. Опять это. Ну, прям мне нравится. Ну, все, будешь принцесса опять в трусах с Алиэкспресса. А ну-ка, примери-ка, прям вот так вот, прям вот так. В сторону встань, да господи, сейчас меня снесешь. Ну-ка, дай посмотрю. Хороши, не хороши? О, тянучие. Ну-ка. Ниже пупка, так. Сымай. Хороши, мне нравятся. Хорошие труселя. Можно брать еще. Можно брать еще, там расцветок очень много. Вот, прям вот то, что надо. Вот, кайфовые труселя. Можно куда-нибудь летом на природу подплатиться особенно. Вдруг вот 9 ирок подует, а там хоть труселя спортивные такие будут. Вот. А то любим мы подол задирать. Не думаем головой совсем. Ага. Прыгаем, скачем. Вот. Хорошие, хорошие. Рекомендую. И цена у них не совсем то, что прям за даром.
В общем, труселя хороши. В общем, как обычно, все ссылки есть внизу в описании под видео в инфобоксе. А на этом-то распаковочки конец. Кто смотрел, тот молодец. Не забываем писать комментарии, ставить лайки, грозные дизлайки. Ну и как обычно, всем желаю удачных покупок, мира и добра. И пока-пока. Марусенька, тебе удобно в кроватке? Удобно тебе? Mm-hmm.